Доброе утро, мои друзья. Ну что, у вас готов кофе? Давайте вместе попьем. Проверим вашу почту. О, со сливками. И отвечу на ваши вопросы. Вопросы вы можете задавать мне по скайпу, на почту. Контакты даны на моем канале YouTube. И подписывайтесь на канал. Мы говорим о психологии отношений. И вот я сегодня хочу ответить на вопрос о том, что такое эмоция. Вообще, пишут мне здесь такие слова. Эмоция – это вот когда негатив, когда мы проваливаемся в эмоциональную яму, и когда позитив. Ну, есть и другие эмоции. Ну, более того, я вам скажу, что, как говорится, как в пироге, в каком-то салате, необходимо сочетание этих эмоций. Эмоций радостных, эмоций негативных, да и эмоций просто созерцательных. И вот основная масса эмоций находится между двумя полюсами. Это негативные эмоции, чувство вины, чувство безысходности. Многие часто находятся в этом состоянии. Есть эмоции эйфории, радости, влюбленности. А я вам скажу, что эти эмоции также трудно переживаются в человеке. Они не меньше захватывают энергии, чем негативные эмоции. Но негативные эмоции деструктивны. Они воздействуют на психосоматику, вызывая многие психосоматические неадекватные реакции. А отсюда проблемы со здоровьем. Эмоции восторгов, эмоции, как вот я все время ругаюсь на этот интернет-позитивчик, они тоже не должны захватывать вас с утра пасмурного до темного вечера. Каждая эмоция – это как соль и перец в продукте. Не переперчить, не пересолить. И вот у меня есть этот тренинг по владению эмоциями. Я всегда задаю вопрос: друзья, а что такое владеть эмоциями? Мне говорят, ну это надо сдерживать и все остальное, вот надо все время позитивным быть. Вот это меня раздражает, что быть все время позитивным. Да, я могу раздражаться, да, я могу вызывать какую-то такую агрессивную реакцию на те или иные слова или даже действия другого человека. Скажите мне, что такое углекислый газ? Он нам необходим для дыхания. Когда он скапливается у нас в крови, он вызывает желание вдохнуть. Так углекислый газ заставляет нас вдыхать и употреблять кислород. И мы живы. Он скапливается, заставляет. Это инстинкт. Вот так и в жизни бывает. В жизни бывают кризисы. В жизни бывают какие-то преодоления. И человек должен преодолевать, должен с какими-то своими эмоциями, которые там в этой отрицательной яме, когда в
все ничего не хочется делать. Вытаскивай себя и действуй. Нет, что же возникает у нас, у многих? Если я не позитивна, то я негативна, то вообще плохо, и вообще надо какую-нибудь таблеточку или сходить к какому-то мистику, экстрасенсу. А я ничего не буду делать. Мне же плохо. И кто сказал, что жить легко? Мой принцип. Цель у всех в жизни достичь ее конца. Так, немножко шуткой, но факт, медицинский факт. А смысл жизни для меня – это радость в преодолении. В любом преодолении я получаю радость. И ведь когда что-то у меня не получается, что-то меня раздражает, что-то я хочу получить, я тогда начинаю к этому стремиться. У меня возникает конструктив, у меня возникает желание действовать. И я иду к тем поставленным целям, пусть они маленькие, небольшие на сегодня, на неделю, а из этого складывается лесенка. Так вот, я вам скажу, что смысл жизни в наслаждении жизнью, когда вы получаете радость от преодоления. Прослушайте эту фразу, запишите, подумайте о ней. Ведь некоторые говорят, наслаждаться жизнью. Это что такое? А это извращенный ваш ум говорит о том, что наслаждаться жизнью – это значит уколоться и забыться, помните у Высоцкого. Нет. Наслаждаться жизнью – это чувствовать себя в этой жизни, это чувствовать какие-то свои действия. Это радость общения, радость любви, радость встречи с вами. Подумайте над тем, что преодолевать необходимо. Более того, когда мы не научились преодолевать, то мы расслаблены. Вот этот весь позитивчик, у нас нет иммунитета к кризисам, у нас нет иммунитета к каким-то трудностям, которые наступают в жизни, а они будут. В моей жизни много было трудностей, да еще будет, но я живу. Я радуюсь, когда их преодолеваю. Подписывайтесь на мой канал. Приобретайте тренинг по владению эмоциями. Вы будете наслаждаться жизнью. Вот как я, гедонист. Наслаждаюсь этой жизнью, радуюсь этой жизни. Стремлюсь, преодолеваю.